Посмотрим. Посмотрим. На, Валентина. Немножко как полюбуемся. Так, ну все, посмотрели, хватит. Так, Twitch там вроде запустился. Мак неприятно, но что же делать? Девочка тошнотвайзер. Ну, в принципе, с моим пробоем, да, колокольни. Тошнотвайзер самое то. Не serait-ce pas cette compagnie à qui tu dois un bon paquet d'or? Ça n'a absolument rien à voir. Ah, j'espère que la porte d'entrée est fermée à double tour et le téléphone décroché. Oh oui, c'est l'heure du match. Et rien, je dis bien rien, ne doit jamais s'interposer. Et un match de Blood Bowl. Bonjour à tous, ici Jim Johnson et Bob Bifford. Nous sommes en présence de joueurs de... Так сколько я не играл в ББ-то? Последний раз с Эмфи. И это было хрен знает когда. Числах 20-х. Марта. Выбираем нападение, несмотря на мага. Так, як. Макряк. Так, один у меня, по-моему, рестлер. На больничке. Так, агильных очень много. Мразей. Так, вопрос, кто понесет мяч. Козленком силовым, что ли? А чего нет, да? Так, понятно, блядь. Да с поля просто убрать их все нахуй. Норм план, как говорится. Просто убрать всех с поля. Надеюсь, блиц сейчас сработает. Так. Так, не про эту игру. Но поздороваться обязан. Так. Качаем, да? Рубят. Так, агильный. Так, ну, блицовать не будем. Что же сделать-то? Так, ты тогда сюда. Так, чё мы как бить-то будем?
Так, пяточка. Так. Здесь постой. Les Skavens jouent entre eux dans de vastes cavernes souterraines. Chaque équipe a l'appui d'un clan majeur. Il y a les équipes du clan Skrir, celles du clan Eshiri et ainsi de suite. J'ai rien compris de ce charabia, Jim. Ne parle plus pendant au moins quelques temps. Хотя вдруг если плюс ход, станем так. Так, реролл. Туда и сюда, да? Хорошо. Да неплохо. Можно и въехать, в принципе. Чего нет. Так, пятерку могу выбрать, да? Тут бладжа нет. Le match est à peine de commencer et déjà une sortie. Oh, y'a beau. Так, можно в три, да? И что нам для этого надо? Давай. Так, неплохой лосс. Не помню такого. Уже давно лосса. Да, давненько я такого лоса не припомню. Так, ну чё, облицануть? Так, как мне сделать? Как мне сделать, как мне быть? Так, лист это там есть? Есть, блядь, сука. Так, листы. Ладно. Бежим. Так, ну рерол-то дали, хули. 1-1, да. Вот я и лег, блядь. Сейчас будут фалить. Ну, зря он встал далеко, как бы. Сейчас бы на мяч бы забежал. И главное, блядь, Агилу подставил. Да, повыебываться надо обязательно. Жалко, мага нет, ну ладно. Единичка, конечно, спасла его. Дабла, вернее. Pas moyen de s'acheter dans la foule pour semer la zone. Fallait demander la permission d'abord. Ah,
Ces joueurs savent pas leur chance. L'arbitre revient d'ailleurs. C'est le moment. Так. Блин. А да хуй с ним. Пускай отдыхает. Мне такой размен нравится. Так, вагильную хуйню надо ударить. Обязательно. Он не блоджер? Нет. Блять. Так, ну в принципе я там смогу защитить его. Вполне, бля. Ягильный даже не побежит, я думаю. Клавса-то тут не нужна особо. Так, началось соревнование. Ага. Опа! Опа нахуй! Первый этап, как и первая таблетка. А вот она, а вот она. Первая таблетка. Так, добегаешь, добегаешь, да. Значит, так. Так. Так, стоп, этого мы будем фолить, потому что уже можно начинать. Нехуй делать, как говорится. И этого защитим. Так даже. Так, подбор мяча. Сюда. Je crois qu'il ne va pas le ménager. Так, слабовато. Так, ну это хуйня полная. Заберем. Даже не вижу никаких проблем. Тут он еще бить себя дает. Не знаю, чё этот не побежал за мячом.
Бля, да. Так, и бьют себя будешь давать, да? Ну давай. Так, лови его, нах. За всякое. Так, убег. Блять, он еще и бить себе дает. Блять. Блять. Так, убежал, скотина. Так, и здесь побежит на мячик, скорее всего. Вот это гачи-мучи, блядь, игра. А, подбирать, блядь. Ну, тут просто надо было на мяч встать, и все. Блядь, ебаная наглость. Просто ебануться просто. Блядь, что-то как-то грустно нахуй. Так, ну чё, надо бить. Тут его много чего не устраивает. Так, стоять ли? Так, ты не сайдстеппер? Нет, ты не сайдстеппер. Так вот, давай-ка нахуй. Блять, ну здесь надо. Доджить надо. Тут надо доджить. Да, увы. Сначала так. La défense met turbo. Так, здесь. Так, встанем. Встанем. Так, подожди-ка. Ты сюда, да-да.
Сосай масай, блядь. Il faut qu'il l'arrête coûte que coûte. Une tactique inattaquable. Encore l'imbécile qui porte le ballon. Так, подобрал. Так, теперь подбор. Да, подбор. Так, ну надо еще ГФИ. Так, хотя бы, чтобы... Хотя бы в 1D был. Здесь из-под горда, а здесь вот, да. Ну все, как бы. Мяч вернул. Блять, только что заметил, что у него тень, бля. Блять, внимательный, просто пиздец. Ладно, как говорится, когда не видишь, оно не работает. Когда не знаешь, да. А? Как-то так. Так, тут из-под горда. Здесь надо контрассист. Ну, короче, много надо народу. Жуть прям сколько надо. Кто-то должен выбивать, кто-то потом подбирать. Ну, с подбиранием тут более-менее как-то понятно. Вот с блицом не все. Меньше знаешь. Да. Так, 1D в мяч. Вот здесь вот, блядь, это мне хуйня не нравится. Так, уклонился. Так, хорошо. Плохо. Так, ну скатер такой себе. Эта хуйня-то пробежит. И тут прием тоже, бля. 2+, потому что там эти стальные яйца, бля. Надеюсь, такл спасет. Нет, не спас. Ой. Да, ну тут, блядь, 2+, хуль. Наворачивает хуеты, бля. А, все. Нахуй. Вычеркиваем, бля. Так. Вычеркиваем. Мальчонку-то, блядь. Так, сколько тут вкусных ударов, да? Давай его в гуф нах отправляем. Так, выжил. Плохо. Отлично. Так, пробой. Вот такой, да? Так, ну допустим. Я смогу, да? Ударить. А дальше чё? Так, ты не сайдстеппер, нет? Так, тогда ты иди сюда.
Ça sent la bonne grosse empoignade. Ce joueur préfère se battre entouré. Так. Сайдстеппер у нас стымли. Понял. Семиарморный, значит. Хорошо. Так. Подбор. А если удалят, хуйня, да? Раз, два. Раз, два. Так, раз, два, три. Бежим сюда. Il ramasse le ballon sans difficulté. Le ballon change de main. C'est une prise de risque. Le ballon parvient à destination. L'attaque peut continuer. Так, этому далеко. Ты затыкаешь здесь. Так, надо докачивать, да, муфлона, чтобы было видно, что он, как там дальше пойдет. Дружок-пирожок. Так, убежал. Ну, будем марчить все равно. Так, встречать побежал. Угу. Ишь ты, гад какой. Так, этого марчить. Силу? Ну, в принципе, сила дела. Как бы, да. Так, в 1D. Зачем-то с ГФИ. Неожиданно. Пятерка. Неожиданный пробой. Все такое, блядь, неожиданное. Так, ну чего тут? Один даже не встал почему-то. Решил, что это не обязательно. Так, ладно, тебя марчим. Тебя тоже. Так, чё у нас тут? Коротконогие бойцы, блядь.
Все, травим потихоньку вперед. Блять, немножко ошибку совершил. Ладно. Потом перестроюсь. Перестроюсь потом. Так, ну ладно. Можно себе позволить. Не пробили, хрен с ним. Тут вот надо наискосок вставать гордом, потому что будут прылы. Даже можно, блядь, не сомневаться. Будут врывы и нарывы. Так, побежали, побежали. Сюки. Ушастые. Я говорю, будет врыв. Вот тут я поторопился. Надо было гарды наискосок. Вот этот должен был забежать вперед, а Канна встать здесь и как бы... Я понимаю, конечно, эти врывы. Только вот кто потом все подбирать будет, ну, это уже меня не волнует. То, что вот там налипли, вот это да, блин. Лови его. Молодец. Отбор, конечно же. И еще раз. Так, ладно. Губу раскатал, блин. Эх, а раз. Да еще раз. Вообще не пойму, что происходит. Ладно. Тур-тур-тур-тур-тур. Пур-пур-пу. Пью. Да. А, вон что, еще ГФИ. Так, двоечка. Отлично, кто-то получит. Получит и обязательно. Ну, блядь, какая-то. Ну, уже просто вот, блядь, вкл-выкл, ёбаный. По-другому вообще нах. Спокойно тут ухожу даже, бля. Не напрягаясь особо, бля. Клеточку, правда, не замутишь путную. Так. Так, ну сначала перед этим что? Да, перед этим. Так, это потом. Ты сюда. Чтоб двоих держал. Так, тут можно всечь. Отлично. Шестерочка. Так, пробой. Отлично.
ты добегаешь до сюда, да? На край нахуй вообще нельзя. От слова совсем. Так. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Нет, похоже, что все-таки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ага. Qu'est-ce que tu fais, Jim? Rien, je me curais les dents, Bob. Tu te polissais les crocs, quoi. On est diffusé dans tout le vieux monde en cabale visio destinée et rien n'échappe aux spectateurs. Блять, почему? Ils s'acharnent sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Toi, tu aurais plutôt intérêt à courir. Да ладно нахуй! Прекращай, блядь, эту хуйню. Никакой даблы в пизду, блядь. А, блядь, там я... Опять я забываю, что там ёбаная тень, блядь. Блядь, опять я про неё забыл. Ёбаный в рот, блядь. Всё время, блядь, забываю, сука. Так, ладно. Тебя потрогать обязательно. Тебя прощупать. Так, выжил. Угу. Так, ну тут будут продолжаться вот врывы. Нихуй делать. Гарди надо освобождать. Хотя тут как ни плюнь блиц в красные серно мешает. Здорово, Собок. Вон, как говорится. Бутератом пичкаем эльфов. Никак не угомоняться. Не, а я так с другой стороны тоже думаю. Вот эльфам можно, как говорится. Ололо играть. А почему мне нельзя? А, тот самый богатый эльф, как говорится, в средних дивизионах зашел к нам. Здравствуй. Мэнистон, всем здорово. Здорово. Блять, уж эти. Красные, блять. Так, выбираем. Двоечку. Будем проездной, блядь, ему оформлять. К гостям. Он сайдстеппер, правда.
Он даже не пытается его спасти, да и хер с ним. Ну, может в Жовкитных, откуда я знаю, может. Хотелось бы, конечно, мужику в синих штанах. Он бьет больней, как бы. Опа, лови его. Лови его. Держи его, блядь, сука. Qu'il se casse une jambe, il va trop vite pour mes pauvres yeux. Вот эльфы неугомонные, а? И он думает, что он спасет своего, бля, красавца. Да хуй вот. Я сейчас просто подумаю. О, так ты мне жизнь облегчил, дружище. Да ты, дружок, смотрю, ёбу дал совсем. Так. Очень интересно, бля. Очень интересно и заманчиво. Так, ладно. Опять 6-6, блядь. Так, в чем? Так, выжил. Так, что мне надо? Так, ты не добегаешь, да? Ладно. Ты тогда. Так, отлично. Стоять. Тут еще у нас Канна есть. Оливер, который. Так, стоять. Понимаешься, бля. Так вот, хуёвенько, бля. Складывается ситуёвенько. Господа, очень хуёвенько. Allez, une dernière petite pichenette.
Так, и куда мне тут спрятаться, блядь? Блять, ты смотри-ка. Оно идет за мной. Блять, и меня там могут обобрать. Ну ладно. Вот так вот тогда. Я лучше рерольчик оставлю. Но ло-ло, как говорится. Du terrain, il finira dans les tribunes. Et connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une très mauvaise idée pour lui. Так, 6-6, как? Отлично. А это кто бил, бля? И почему именно так били? А, понятно. Так, раз. Два. Спасибо. Спасибо большое. Двойку он выбрать не может по понятным причинам. ГФИ, по-моему, вылез, да? Или раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, неприятно. А нет, ГФИ не вылез. Ну чё, блицуем лежачим сайдстеппера. Потом в три куба агилоида. Как-то надо, блядь, освобождаться от него. Так, понятно. Хуйня война, да? Так. Двойка здесь не катит, да? Так, ну очко надо освобождать. Да, сразу проследую. Так, теперь этот удар устраивает. Следуем. Так, теперь следуем сюда. Либо блицуем вот так вот вообще в три куба нахуй. И все как бы. И нехуй думать, бля. Даже, бля, сейчас сделаем.
покрасивший, нахуй. Побольнее, чтоб был. А. Почему? А потому что гладиолус, да. Так, перестали ломаться. Ну ты вставай. А ты беги, мой хороший. Вот я Гила пригодился. Да, тут не забываем. Ils effectuent l'engagement. Maintenant, il va falloir tenir en défense. Так. Нет, вот так вот. Так, подожди. Так. Сначала первый ряд, бля. Как раз. Давай. Так. Правильно ли посчитал-то, блядь? Дуримар, блядь. Так. Проверять надо за собой. Contrat oblige. Disons que c'est du passé. Здесь толкать, ну тоже хуй. Чем, блять, он побежит у меня два ГФИ, кидая, а тут пускай кидает раз. Ой, даджа. Раз, два, три, четыре. Да, пускай нахуй. Пускай, блядь, толкает в красные там, блядь. Здесь невыгодно. Пускай из-под горда, кажется, ковыряется. Хотя, может, стоило даже вот так вот встать на эту линию. Ну ладно. А ты, ну, блядь, если у тебя 15 игроков, то можно, да. Вот так, так, так. Ну, да. Красавица, а это муфлон, да. Азиатский. Он самый. Так. Так, ну давай. Тебя он там хвалит, дружище. Надеюсь, не промахнешься. Судью намыло. Отлично. То, что, блядь, прописал доктор.
Только не говорите мне, что эта хуйня добегается с лоса. Блинкина там думает. Блять, таким стал. Зал его, весь вантер. Залил. Копыто соврыло? Да. Профессор. Копыто соврыло. Или бивень в печень. Не, хотя мы парнокопытные, да это. Копыто суеврыло. Вот. Так, ты кто? О, толсторог. Но я верю в тебя. Так, да, согласен. Лучше из ППшечку на пасе заработать, чем играть как животное и фалить. Правда, пробой у нас как-то сразу кончился после лоса. Так, минус трое. Ну вот двое с лосом мы сделали. Так, теперь давайте о насущном. Так, ты мне нужен. Ты, в принципе, можешь на лосе постоять. С двумя воинами вполне. От вас мало толку будет в тылу. Ну и замова, соответственно. Так, ты сюда. Так, где еще силовой? Ты сюда. Так, ты никчемный. Сюда. Сюда. Так. Ну, здесь я, в принципе, лучше пятку выставлю. Я гилу, чем так листов. Так, чтоб мне просадочки не было. Ну, вроде красивишно, красивишно. Гард работает, работает все. А то мы порешили. Так, сколько их осталось? У них еще птичка живая. Раз, три. Восемь. Ну, приличное количество. Хотя там гард, вот был бы другого гард, может, мог бы и скорее пробежать. Порычать типа один гардой и другой рычит. А тут как бы от мамки все одному досталось. Ох уж эти мувы, мувагильные ребята. Ну чё, муфлон вроде хорошо мяч выбивал. Позволим ему еще раз это сделать. Другой бы сказал, дай по-быстрому занести. Больше самому останется ходов на ответку. А я попытаюсь избавить его от такой роскоши. Так, левый фланг. Ой, правый. Типа вот сюда выбиваем и ловим блиц, короче.
Я ж говорил, далеко, блядь, выбил, сука. Ну ладно, под мяч вроде встать могу. Да, под мяч встать можем. Закрутил мяч. Да, сам себе, как говорится. Ну давайте, хули. Раз пошла такая пьянка. Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, нормально, в три куба ебашим. Ты... В принципе, этот фланг-то зачем закрывать? Ну ладно, чтоб было. Не хочу просто. Раз, два, три, четыре, пять. Или лучше влицануть Агильного. Ой, Мувного. Хуй с ним, побежим. Как говорится, эту, как ее называют, блин. Побежим. Побежим. Так, как встать-то? Давай, встаешь вот так. Так, ты не мешаешь. Раз, два, три. Нормально. В принципе, если он даже сюда сайдстепнется. Блять, два ГФИ будет. Ладно. Ой, два даджа. Тогда бежим сначала. Молодец. Молодец, сынку. Так, ладно. Теперь, соответственно. Блять, а почему это? А чё это? А, контр-ассист нужен, ёпты. Раз, два, три. А, сука, лакерог, блять. Ладно. Следуем. Так, вот и пригодился. Так, ну ладно, есть с кем встретить. Спасибо. Уже выбивать надо. Надеюсь, там такие же кубы будут, как на блице. Ну теперь уже особо не приролишь ничего. Ну там есть как бы 4 куба в мяч. С блица 2. Потом, если не найдешь, он Агильным еще. Кубов-то вагон. А, ты не хочешь, я понял. А, вот так вот. Решил с несейфового начать. Нормально, блядь. Я бы, конечно, бы начал наоборот. Чтобы Агильный мог подобрать. А, хотя он тоже... А, у него тоже блок есть. Тогда ладно. Понимаю. Так, фолить будет, что ли? Хотя, в принципе, если бы даже уронил бы Мовного, ничего бы не изменило. Не разбираюсь я в этих, как говорится, в проэльфах особо. Кто там есть из них? Они только вот бесит, то, что они постоянно рефлексируют. Ах, глаза устают. Но эти, ладно, хоть не цыгане. Вот это вот вообще утомляет. Так, убежал. Даку будут играть. Мерзкую. Падай. И жопу прижми.
Так, могильных надо стерилизовать, я думаю. Что тут думать-то, бля? Блять, наверное, как вот трудно, наверное, блять, через 2 плюс играть. Прям, блять, мучаются, наверное. Да, давай, давай, бля, побегай. Мне тут, блядь, еще. Сука, блядь, понятно, блядь. Понятно, нахуй. Понял тебя, блядь. Можешь не продолжать, нахуй. Блять, ну надо блицевать его по-хорошему. Так, ладно. Так, ты же не бложерный. Так, ты встаешь. Давай сюда. Так, чтоб на этого не дали ассист. Так, могу я замудить там 3 кубата? А чё бы нет, да? Раз могу, так... Так, 8-я броня, клапса, в принципе, зайдет, да. Нихер делать. Дуй сюда. Так, ну эти выебоны ни к чему. Спасибо. Это было отлично. Так, встаем тогда на тебя. Так. Так, ты, допустим, здесь стоишь. Тут так, лузонки. Ты, в принципе, покрываешь все. Так, давай. Вот этот меня беспокоит. Очень, блядь. Так, ну еще достанет, если кто забежит. Так, ты стой здесь. Ты здесь все. Главное не напугать его шибко. Тут знаем мы их. Здорово, Синг. Добрый день. Вот один, правда, свободный.
Один Аладдин, бля. Ух ты, бля. Мы вышли из бухты. Ах ты. Мы вышли из шахты. Ладно, кидай на пол. Удлинитель-то. Ну чё там, кончился снег-то, бля. Вот прикинь бы, блядь, как вот раньше, нахуй, ушёл на сутки, бля. По лету, блядь, а обратно в этом... В пиджаке, блядь, идёшь, да, вот по такой погоде. А ну он, блядь, сыпет и сыпет, нахуй. Апрельская зима. Так, ну чё, включать? Так, чё-то задумали. Опять один даю игру. Да-да, надо бы, да. Давно уж бы, надо бы съездить. Ну, я просто вчера в джинсовочке ходил. Поверх майки. А сегодня обратно. И пуховик, как вчера, на, это, как нарочно убрал. С сапогами зимними. Так, забегали. Ну и хватит. Блядь, щуки. Блядь, 20 так ползон, и один хуй пробежит. Блядь, уж эти эльфы воды, блядь. Чтоб вам пусто было, блядь. Так, ну, наверное, не все добегают, я так думаю. С мячишкой-то, бля. И надеюсь, это не эти, бля. Не стальные яйца. А, не стальные яйца его. Блядь, они все, что ли? Блядь, началась эта хуйня, блядь. Блядь, Валентин, заебал, блядь! Так, ну, но потрогать побежишь. Так, кто добегает? Нахуй, чекаем. Один. Вторые хуя. Понятно. С блицом определились. Так, ты бежишь трогать за всякое. Я понял, что он делает, блядь. Он выманивает Канну. Так, ты не сайдстеппер хотя бы, нет? Так, блядь, как тут-то сделать-то? Ладно. Ничего, иди трогай, бля. За всякое. Так.
Ты мешаешься, блядь, тут мне. Ну как мешаешься? Ça cherche clairement le corps à corps. Надо было сюда встать, ладно. Похуй уже. Вдруг забудет нахуй, что он додж. Проверим, кажется. Память. Так, не добегаешь, да? Это хорошо. Так, ну я пока не уронил. Так, ну это, наверное, важнее сюда забежать. Потому что дыра, блядь. Поторопился вот этим, блядь. Так, ладно. Спасибо. Тоже спасибо. Так, остаюсь здесь тогда. Да нахуй. Такой реролить. Ничего, ничего, я тебя поймаю сейчас. Бля, ты что-нибудь зафылишь. Как все это терпеть? Кажется, ухи длинные. За что-нибудь зацепится. Понятно, что он, бля, как я мяку гладит, ну, чтобы на ничейку, бля. Если вы, как её, ну, если он её получит, но придется выстрадать, как говорится. Мяч прикрывать мы не будем, я так понял. Пока вот забежим, да. Угу. Потому что, ну, ничего не фейлим же, как бы. Histoire de meubler, à quoi tu penses, Bob? Je me demande ce que je vais griller pour midi. Cœur d'elfe rôti ou cuisson de halfling à la vapeur. Так, вспомнили про мяч, спасибо. Работай, такл. И не такл тоже. Ну, понятно, знает, чем меня, как я, блядь, из себя вывести. Вот, таймером. Самые, блядь, это... Проверенные, как говорится. Рабочие. Но тут я уже как бы ничего не сделаю. Против стальных яиц у меня ничего нету.
Quand est-ce qu'ils vont le remplacer? Je te vois venir gros comme une maison, Bob. Soufflez dans le ballon, hein. Ничего не фейлит, блядь. Блять, сайдстейпер, сука. Ладно, короче, убиваю тень нахуй, пошел он нахуй, пускай заносит. Заебал, блядь. Так. Реально утомил нахуй. Так, чё у нас там, бля? Так, мешаются, ага, понял. Так, ты вообще ничего не можешь, блядь, сука. Понятно. Понял тебя, понял. Первый, блядь. Я понимаю, что это не поможет, блядь. Ладно. На перехват, типа. Ты типа сюда. Так, а вы давай наваливайтесь. Взятка есть? Есть. Есть нахуй. Вычеркиваем, блядь. Сука, блядь. Так. А ладно. Ну что, кончились аптечки? Единички, блядь, за него скидываю. За суку. Такую, блядь, ушастую. А он даже лирол не тратит. Вот мне чё, бля.
Так, немножко подбешивает. Так, ну все, я ловлю мяч перехватом. Пора уже мне. Все-таки вкладка, бля. Ничего не фэлит, бля. Он даже, блядь, ну, типа, ну, безнаказанность свою. Блядь, ладно, не буду ничего писать. Побегут к админам сразу. Так и, конечно же, хуятина встает. Ну чё, пробой вернется, нет? Хотелось бы его как бы зафиксировать. Да, давай, правильно встаешь, чтоб подтакал. Все правильно сделал, умничка. Главное, пошвыче, швыче. Ах. Да, убери их, если есть возможность такая. С поля вообще. Ах. Чтоб не доставал. Так, агильные, ага. Угу. Отличненько. Даже вот этого лучше. Потоньше, бля. Так, ты давай. Так, вы заниматься с мячом будете. Ça me rappelle la fois où tu as enchaîné tous les techniciens gobelins ensemble pour en faire une masse vivante, juste histoire de tromper l'ennemi. Ouais, ça c'est de l'arme de destruction massive. Блять, сука, прочитал. Ну как вот, блядь, в эту хуйню играть, блядь? М? Господа, блядь. Хорошие. Ну, в принципе, все справедливо. Мне блиц, ему блиц, как бы. Спасибо, игра. Хоть где-то, блядь. Ну это его один хуй не спасет. Гард-то, блядь. Фалить надо. А кем, блядь? Но все равно у меня проблемы, блядь, великие. Там два плюс ловля мяча. Да, вот сейчас бы вот покидать бы, да, бля. Угу. ГФИ.
А, не будешь подбирать? Хуя ты, бля. И фол, да? И давай-ка нахуй с поля. А, это ты типа защитил, понятно. Мячик. Угу. Казалось бы. Так, ты не сайдстеппер, нет. Но скатер может случиться, блядь, очень неприятный. Так, надо следовать. Сайдстеперы выбивать, бля. В три куба. Так, не выбили. Ну ладно. Не смертельно. Сейчас. Так. Так, кто ассистировать-то будет? Конечно же. Так. Хуйня, да? Три куба. Так, ты гард? Пиздай сюда. Блядь, сюда мячик должен падать вообще-то. Толкать я его буду. Бьем так-то. Можно, конечно же, назад затолкать. Но тогда мяч, боюсь, попадет в руки. Вот залупа. Так, скатер хороший. Я бы сказал, качественный. Так, чё тогда по фолам-то? Борода, да? Ладно, сделаем фол. Давай. Ещё такую зонку. А фольнем обычным, так уж и быть. А, parfait. Il a le ballon bien en main. C'est toujours un peu navrant quand il rate quelque chose d'aussi simple. Je crois qu'il ne va pas le ménager. Лерола в хуй. Ну, мне тут тоже завезло. В принципе, я считаю.
Только вот нулик мне не нравится. Он может вот сейчас пробежать, как бы. Со всей вот этой своей агилой ебалой в один кубик. Возможно, здесь пошире стоило встать. Да, в принципе, это ничего не меняет. Блядь, да. Не побежит, неужто? Блядь, уронили. А будет разбивать. Понятно. Ну давай. Спасибо. Еще есть. Вот это вот уже плёха. Тень поебень, понятно. Блять, придет сейчас на мяч. О, да. Тень поебень. Так, ты у нас как? Плохо бегаешь ты? Раз, два, три, четыре. Так, пятка. Так, пятка, уходишь. На постройку, бля. Клетки. Или подожди-ка, бля. Плохо тебе на постройку клетки-то. Блин, как же ты мешаешься? Придется опять кем-то фалить левым. Ё-моё, блядь. Так, чем я фалить буду, бля? Ой, блицевать. Так, ты встаешь? Блять, каждый удар можно обосраться просто вот. Просто, блять, обосраться. Четыре куба, конечно, надо бить. Хули, я думаю. Да, бежим. Бежим, да. Давай-ка нахуй. Вот так сначала. Пизду. Хорошечно. Следуем. Ces griffes rentrent comme dans une tourte halfling. On retrouvera peut-être
Так, аптечки кончились. Встану тут. Так, проверить, есть взятка? Есть. Отлично. Молодец, как тебя зовут? Як, ага. Молодой. Перспективный. Так, сколько? Шестеро осталось. Эльф встал, как будто с похмелья. Так, ну тут в надежде, я так понял, на какой-нибудь даблу от меня. Не иначе. Давай вот без этой вот хуйни, да? Пожалуйста, блядь. А, вот сюда, блядь. Спасибо. Спасибо еще раз. Ой, да еще на противоходе. И с ППшечку с него снял. Так, ну чего? Блиц вот в это тело. Да? И даже, скорее всего, вот этим. И забегание по левому борту. Да, муфлона. Я уже не знаю, не буду, наверное, качать вкладку ему делать. Ну его нахуй. Не тот момент. Я тут уже смотрю, как бы мне трехкубовые замутить. Так, допустим. Так. Так, ты сюда? Блять, я не думал, что он, блять, надо было сюда воткнуться, Гордон. Идиот, блять. Ладно. Я просто себе отъедаю немножко мува. В принципе, это не критично сейчас вот на данный момент. Так, ладно. L'attaquant bénéficie de soutien. Так. Теперь следующее. Там кто, мувные опять? Нет, не мувные, слава богу. Так, хусим с фалами. Раз, два, три, четыре. Как-то бы немножко не до них. Играем сейфово.
tous ensemble. Ils s'acharnent sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Так, тут бить, не бить. Конечно же, бить. Потому что это ни на что не повлияет. Si vous nous regardez sur Cabal Vision, vous attendez sans doute un commentaire plein de mordant. Mais tout ce qui me vient à l'esprit, c'est... Да, понятно, будет врыв. В зеленые там красные. В принципе, если поменять палитру, то это будут зеленые. Так, опять пришел мешаться. Гад ползучий. Когда же вы только накуритесь-то? Так, такл свободный? Свободный. Остальные удары что-то не особо комфортные. Так, ребяток, наверное, надо потрогать. Я так думаю. Да нечем, да? Три куба. Так, а если не уроню, куда уйдет? Сюда, да? Ну, это сюда нормально. Там тоже три куба. Так, раз, два, три, четыре. Считаем. Нашел! Я пятерочку нашел. Думает, куда упасть. Наконец-то успокоили мы его. Так, портить его не будем, потому что надо, чтобы он вредил еще и остальным. Так, ну все. Попробовать вкладку сыграть. И обосраться. Так надо было сейчас делать было. Опять я поторопился, ладно. Надо было вкладку было делать сейчас. Ладно, хер с ним. Так, никто не добегает. Так, хвалить не будем. Опускаться, блядь, уж. До состояния животности. Так, прибережем его. Так, ну чё здесь? Встать так, чтоб нас не могли ударить. Кроме как в красное. Так, тебя могут достать. Да, может, допускай. Не стал блицевать, потому что мы его не стали фалить, ладно. Ну и ладно. Лиролов нет тогда. Никаких вкладок. Да, бля, что-то припотел я даже от этого матча. В принципе, с Валентином все игры такие.
Да, GG. Так, ну, 6 так 6, ладно. Хоть где-то счастье. Ой, какой хороший MVP. Про соту. Пять травм, я не помню, когда такое было. Да. Мага, по-моему, пробой на лосе очень расстроил у Валентина. Поэтому маг был такой какой-то вообще непонятный. Так, 11, 16, 21. Очко, блядь, а. Так, а здесь 11. Перехват 0. Так, спринт 75. Броня 76. Так, ловля мяча. Как это понять? А, понял. На выбивание. Помешать тень. 50%. Все-таки не зря взял Агилуна Муфлона. Она вот к тени-то как раз и помогла. Так, ну что, нормально здесь тоже. Так, удалить повтор. Ты что, бля?